Вот, собственно, уже и не первые изменения костюмов, и их немного, так что ролик прилетит буквально за пару минут. Скрины будут старые, а голосом просто озвучу, как герои изменились. Навык Кайлани теперь звучит так. Все союзники делят полученный урон между собой, а также получают баф на плюс 50% к атаке на 5 ходов. Джихангир наносит 115% урона всем целям. Все враги получают эффект горения в 156 урона за 4 хода. Царь Обезьян. По статам теперь 728 атаки, 690 брони и 1053 здоровья. А также ему присвоен массовый урон силы в 210%. А сама обезьяна получает срез защиты на 20% в течение 3 ходов. Эффект заблочить нельзя. Килайл урон от массового горения уменьшен до 304. А также поджог больше не является неснимаемым. Сабина. Постепенный отхил увеличен до 609 здоровья за 3 хода, а грим прямой урон уменьшен на 10%, а вот баф атаки увеличен с 30% до 50%, и длится он по-прежнему 6 ходов. Ну и изменения коснулись также новоиспеченных стихийных бронерезов Марианы и Леонидаса. Мариане уменьшили стихийный срез длительностью до 3 ходов, а Леонидасу наоборот подняли на 1 ход, и теперь его срез длится 4 хода. Как тебе подобный фикс или ап для некоторых героев? Я вот не понимаю, а зачем теперь нужно ловить костюм царя? Он и раньше-то был сомнительный, а теперь вообще, короче, какая-то муть. Логика прослеживается в Марьяне, Леонидасе, Кайлане и Сабине. Остальные я как-то хрен его знает. Пиши свое мнение, то что ожидать новые костюмы можно в ноябре, это уже факт. Спасибо за внимание, не забудь подписаться и поставить лайк. А также до встречи в обзорах на новых ниндзя. Дальше интереснее, всем пока.